Всем здравствуйте. Пошли с мужем. Привет, дорогой. Эй, посмотри сюда. Солнце светит, глаз сощурен. Да. Пошли с ним прогуляться по своему тут поселку. У нас тут особо негде гулять. Поэтому мы пошли, сходим до магазина. У нас майонез закончился. Вроде так-то все есть ведь у нас, да? А закончился майонез. А без майонеза никуда. Им надо кетчуп, им надо майонез. Ну и мне тоже салатики. Делаем каждый день. И поэтому... Да и заодно прогуляем. Сегодня погодка просто замечательно. Всем доброго-доброго дня. Ой, ребята, все-таки как-то грустно, конечно же. На душе грустно. Но зима пролетела очень быстро. Кто смотрит мои видео, тот знает, что я пыталась устраиваться на работу. То на одну Пятерочку ходила. Один день, правда, поработала. То на другую. Тоже ездила в психоневрологический интернат. Я тоже там поработала. Ну, в общей сложности 2 месяца. Но тоже меня что-то не зацепило. Но время зато пролетело очень и очень быстро. Зима пролетела быстро. Пока какие-то прививки делала. Ну, не какие-то от коронавируса. Пока комиссию проходила. Пока думала идти, не идти. А это же все дни летят. То туда съездишь, то туда сходишь. День и пролетел. Потом, пока поработала 2 месяца, вот представляете, и весна уже наступила. Но еще не настолько, чтобы заниматься вплотную какими-то делами. Есть, конечно же, свободное время. Ой, и в это время включаешь телевизор, смотришь такие новости грустные, душераздирающие. Настроение, конечно, по нолям. Что такое творится в нашем мире? Надо было это, не надо было. Ну, раз случилось, значит, надо было этому случиться. Кто прав, кто виноват, решать тоже не нам. Ой, и вот, заработав, как говорится, подушку безопасности, пенсию, выйдя на пенсию, денежек подработав, теперь не знаешь, как бы их сохранить. То в одном месте говорят, все могут снять у вас, то в другом месте говорят тоже, все обнулится. Сейчас вот в WhatsApp пришло от друзей сообщение, что снимают со Сбербанка онлайн деньги, покупают в интернет-магазине что-то, и они прямо снимаются. Ну, я не знаю. Какими-то злоумышленниками с нашей стороны или с какой стороны. Хакерами или брокерами. Не знаю даже. И вот как раз мы пошли. Надо прийти и снять. Там галочка есть. Ксении дочери своей послала. Она мне сняла видео, как это сделать. Чтобы покупки через интернет-магазин не совершались. Потому что... Все это, конечно, удобно, все эти онлайн-сбербанки. Но надежнее было, когда мы получали, во-первых, на руки и не пользовались этим интернетом. А с этим интернетом сейчас не знаю, что и делается. YouTube прекратил тоже платить. Канал, не знаешь, вроде бы и бросать не хочется, но уже наши каналы не монетизируются. И рекламки уже на ней нет. На наших каналах нет. Поэтому как зарабатывать? Хоть копеечки, но шли. Ну, буду, наверное, снимать видео все равно. Вот, для своего же архива. Для себя, для нас, для своих друзей. Кто смотрит меня. Так что ж... В магазинах, говорят, полки пустые. Вот сейчас мы идем в Пятерочку свою недалеко и посмотрим, что там делается. Какие там цены. Может, немножко даже и сниму. На сегодняшний день, сегодня 4 марта,
холодно, прохладненько. Ну, когда солнышко, так вроде и тепло, но все равно морозец. Вот наши дороги, хорошие у нас дороги во въезд в наш коттеджный поселок. Вот наши поля, которые используются тоже по назначению. Ой, вроде бы живите, да живите дружно, мирно. Нет, конечно же, не живется никак людям мирно и дружно. Пожалуйста, берегите друг друга, остановитесь. Давайте жить в дружбе, в согласии, в мире, в любви, в благосостоянии. Это же так здорово. Ну, как я вам и говорила, мы пошли в Пятерочку за майонезом. А по итогу мы что только не купили. И зачем это нам надо было? Не знаю. Но мы сходили и купили, и отоварились на 1000 рублей. Купили вермишель по красной цене. 60 рублей 400 грамм. Овсяные хлопья. У нас получились почти 50 рублей. 49,99. Так вы так и пишите. 50 рублей. Ну, то, что вот 3 минуты. Я люблю такой геркулес. И дети у меня, внуки тоже любят. Чего-то вот захотелось вот таких быстрого приготовления. Лапши, которую мы 100 лет в обед не, вообще не едим. Это только если в поезд берем и все. А тут, ну, давай купим, потому что такое время пришло. Магазины как будто бы все пустые, все разбирают, все разгребают, и мы решили тоже. Но у нас в магазине всего полным-полно, да, цены немножко взлетели. Масло, красная цена тоже, видите, 91,99, что ли, 92 рубля, 0,7 или сколько она, 0,9 литров. Кофе, я приучилась пить кофе по утрам, вот Нескафе. Классик крема. Ну, муж сказал, что вроде ничего. Я в нем особо не понимаю, но пью с утра, пью. Так, колбасный сыр любит у меня муж. И, кстати, внук тоже, который у нас сейчас живет. Вот такой. Не часто, но покупаем. Чек. Вот получился чек на 1000 рублей. А, селедку захотелось посолониться. По акции килограммовая баночка. Килограмм. По 11.04 годин. По акции. Не говорит о том, что вот уже все закончится срок годности. 124 рубля. Ну, конечно же, туалетная бумага. Как же без нее? И 5 килограммов песка. Уже 57 рублей за килограмм мы высчитали. Хотя у нас килограмм 6 лежит. Есть еще и продуктов у нас вроде дома еще много. Овощей особенно. Картошка есть. Ну, вот захотели мы еще. Ладно, пускай. Прибавилось у нас. Теперь через 2 недели только, может, пойдем в магазин. И майонез, естественно. Вот сходили мы за таким майонезом. Наши покупочки. Пятерочки. Вот получилось. Где тут цена-то? Господи, не вижу. Вы видите? Я нет. Вот она. 1006. Так-то 1019. Скидка еще какая-то тут была. По карте Пятерочка. Вот так вот. Всем пока-пока. Сходили, прогулялись.